1000 настоящих тикетов. Вот твоя награда. 2 тикета целых. Короче, вот такой автомат хочу купить. Если интересно, ставьте лайк. Всем добрый день, с вами Айдын. Как вы поняли, мы снова находимся в парке развлечений, только в этот раз в Нижегородском. И сегодня я вновь собрал 2 подписчиков. Как вас зовут? Представьтесь. Гасан. Денис. Денис и Гасан, собственно, мой тезка и просто Гасан. Сегодня ребятам будет выдано по 500 рублей. Их задача собрать как можно больше тикетов, играя в этом казино для детей. Цена меньше, потому что город другой, и здесь, собственно, тоже гораздо дешевле стоит во все это поиграть. Я сегодня забыл свои микрофоны, поэтому мы будем говорить в эту желтый носок, но я думаю, что это не помешает вам поставить лайк. Давайте соберем 5000 лайков, если эта тема вам интересна, и за кого вы будете болеть прямо вот сейчас. Поставьте видео на паузу, как думаете, кто из этих ребят соберет больше тикетов и, значит, сможет себе купить дороже приз. Все, у меня уже есть 75 купонов. Тоже нормально. Я думаю, может еще раз попробовать. Нет. 35, нормально. Попробую еще раз здесь один раз сыграть. Я думаю, любимая всеми казино. Жестко. Еще раз? Да. Можем попробовать вот здесь вот. Вот твоя награда. 2 тикета целых. 2? Да. 3. Почему? Я думаю, пока везет, надо еще раз здесь сыграть. Вот повезло же, а? 1000 вышло. Вот так она выглядит. 1000 настоящих тикетов. Я просто в шоке, ребят, серьезно. 1000 стикеров выпало человека, а он не в нашей рубрике снимается. А нам все по 4 да по 10. Ну, давай тоже 1000. 1000 тоже выиграл нам. Ну, да что ж такое-то? Еще выбегать. Такой лайфхак, интересно. А вот играешь поближе? Просто вот так вот несколько раз. Нам, наверное, не дотянется. Ага. Тоже. Да.
Вот наш 1000 рублей закончилось. Покажите примерно, сколько у вас тут стикеров. Вот столько стикеров. Конечно, это не джекпот в 1000, как мы только что видели, но тем не менее, сейчас пойдем к аппарату и посчитаем, сколько у этих ребят получилось суммарно. Короче, у меня есть американские монеты. Я не знаю, может быть, этот купюроприемник тоже сломанный, и он сочтет это как за... Но нет. Мразь умная. Сейчас попробуем десятку хотя бы собрать. Нет кэша вообще, ребят. Короче, если сейчас выиграю, я настоящий мужчина. Надо было удерживать, я его вроде удерживал. Короче, вот такой автомат хочу купить. Если интересно, ставьте лайк, 25 тысяч лайков, и мы начинаем уже работать над тем, чтобы приобретать это, оформлять и устанавливать в каком-то торговом центре. Ребят, сегодня в подпольных условиях снимаем выпуск, поэтому ребята будут в кадре. Короче, давайте сравнить, кто из вас круче закупился. Я думаю, что здесь очевидный фаворит есть. Это, конечно же, Гасан. Я сегодня купил батончики Чио Рио. Так, ну вот, короче, батончик вот такой Чио Рио. Чио-Рио, еще один батончик какой-то из шоколадный, еще один батончик, 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 еще один батончик и конфета вот такая вот. Замечательный разнообразный набор, я считаю. И Денис, рассказывай, что ты купил на свои маленькое количество стикеров. Я купил браслет Adidas, купил такой же батончик, купил Baby Box мармеладки. В общем, пишите в комментариях, как вы считаете, окупилась ли та 1000 рублей, вложенная в этот выпуск. Вот все товары, которые здесь находятся. Но я думаю, что ответ здесь, конечно же, очевиден. Надеюсь, что такие рубрики вам интересны. Пишите, в каком вы городе, чтобы я тоже приехал, если у вас есть интересные автоматы. В комментариях все это пишите, я все читаю, все комментарии буду лайкать. Подписывайтесь на мой лайв-канал, на мой инстаграм обязательно подписывайтесь. И не забывайте о том, что 25 тысяч лайков, и мы начинаем серию роликов, где я выкупаю вот такой вот игровой автомат, кран-машина. И, собственно, пытаюсь с ним разобраться. С вами был Айден, до новых встреч, смотрите мои ролики, всем пока!